Всем привет, всем доброе утро. Мы начинаем новый влог. У нас время 7:30 утра. Мы сейчас с детьми пойдем будить Кристину. У Кристины сегодня день рождения. Мы ей такой сюрприз придумали. Вчера с работы шла, в магазине не нашла я свеч. Вот пришлось нам вот такие свечки сделать. Ладно, пойдем мы сейчас поздравлять. Но снимать я не буду. Все, Кристина задула свечи. Амина уже сидит, поедает тортик. Сейчас я тебя отрежу. Ты все это не поедай, мы-то как будем кушать. Я только вот. Здесь. Да, твою сторону. Я не стала уж показывать, потому что, сами понимаете, этот человек только проснулся, да? Не в форме. Вот. Пожелали Кристине всего хорошего мы, да? Как обычно, поздравили маму, поцеловали. Теперь будем пить чай с тортиком. Да, Амина сейчас в садик пойдет чумазик. А Амира не смогли его разбудить, он так и спит. А меня ты долго будила или нет? 5 минут я тебя будила, да. Ты тоже сначала ни в какую не слыхала вообще меня. Мыться да, вот. И одеваться. Ты уже одета, все. Нет, комбинезон. А, комбинезон, да. Папа, вот. Будешь? Сели мы чай купить. Да. Вот такие. Мы опять вдвоем, да? Кристина у нас ушла прическу делать. Малыш в садике. Пойдем погуляем. Мы вышли погулять, но сегодня более-менее на улице хоть. Давай уйдем от ветра, здесь ветер дует. Пришли мы с Давидиком к магазину. Нагулялись. Продвигаемся домой. Сходили в магазин уже, Магнит. Купили немного продуктов. Там сметанка нужна, молоко. Или курочки купили. На улице долго не гуляли. Вот здесь рядом детский садик. Вон, малыши гуляют. На улице ветер сильный и ледяной такой. Прямо щеки отмерзают тут же. Вот, поэтому продвигаемся домой. Да и Давидик уже, по-моему, спать хочет. Если уже не заснул, засыпает. Вот. Сейчас приду, его сразу спать положу. Нагулялся на свежем воздухе и будет спать крепко. Мы дома уже. Уже Давидика переложила я в кроватку. Он так уснул на улице все-таки в санках. Думал, он до дома дотерпит. Нет, он все-таки уснул. Ну, а я сейчас, пока он спит, разберу вот эту кучку, как всегда, белья. Там еще одна стирка уже постирана. Просто когда пошла гулять, ее не стал вытаскивать из машины. Сейчас вытащу, достану, вернее, и развешу. Вот. Чайник вскипятился, и сейчас заодно попью чайку. И покажу небольшой обзорчик, что купила. Сейчас сходила в Магнит. Вот. Взяла Азелит. Надо газ помыть. Губочки взяла. Взяла вот такой вот сливочный мягкий сыр плавленый. Сейчас сделаю, хочу бутербродики сделать. С колбаской вот с этой. И с кофеечком сейчас попью, сделаю. Также взяла сметанку. У нас сметанка закончилась. Курочка закончилась, филе. Печенюшки в чаю взяла. Семечек, как обычно. 2 пачки взяла. Чем больше, тем лучше. Вот, вот такая зараза приставучая. Как сядешь, семечки есть, так пока не закончатся, от них не оторвешься. Карпайские. Мне всех больше нравятся вот эти вот карпайские семечки. Они и крупные, и хорошо прожаренные. Также вот купила молочко. И захотелось мне маринованной капусты склюковать. Прямо хочу. Вот я уже покупала такую баночку, одну уже съела. Дети мои не особо такое любят. А я люблю. Вот. Ну, сейчас попью чайку быстренько, девочки, уберу все это. И потом включусь. Все, Кристина приехала с прической. Это я покажу-то сбоку-то. Дай сюда, иди сюда на свет. Вот. Вот такую прическу сделали. Все. Пойдет у нас в клуб. А потом Фарух к ней приедет. В 12 ночи. Как к Золушке, принц.
Вы, главное, в 5 часов домой не забудьте вернуться. Мне на работу в 5. Выходите уже. Вот. Смотри мультик с Давидом. Он все плачет? Чего? Пойдем книжку читать. Пойдем книжку читать. Играть пойдем? Машинки. А что хочешь? Вот три кота. Да, Давидика посадила здесь в комнате покушать перед телевизором. Там Кристинка готовит себе закусочки, которые возьмет с собой, да? Сейчас я покажу, что он там сделала себе. Им там разрешается взять свои закуски, принести это в клуб, в который они пойдут. Да? Вот, и он чтобы мешал там Кристине. Да, то он все мешает. Его посадили здесь перед мультиками, кушает, сидит. Кушает макарошки в сливочном, с курочкой в соусе в сливочном. И огурчик тоже покрошили ему. Ой, надо жевать, а не целиком глотать. А я тут себе чищу апельсинчик, сижу. Вкусный, вчера купила апельсины, очень вкусные. Сладкие, сочные. Ну, такой рулетик делает из лаваша. Лаваш, огурчик свежий. Со сливочным сыром. Со сливочным сыром, вот с таким. И красная рыба сюда пойдет. И все это завернет. Такая у нее будет закусочка, потом будет у нее. Помидорки с колбаской и с сыром. Эти на шпажках будет. Да, угу. Моцареллой. Да, ну попозже покажу, когда она их тоже сделает. Да, и там фруктов взяла много. Потом пиццы там закажу. Вот. Вот так вот. Да. Буду сидеть. Будет дочь у меня свой день рождения праздновать. Первый раз. А, не дома, да, с подружками. Да. Вот. Ладненько. Попозже еще покажу, что она там делает. Упакует она потом все это вот в эти контейнеры. Складет, чтобы можно было спокойно довести. Сейчас будет это тоже размазывать. На Новый год такие рулетики делали очень вкусные. И очень быстро разлетелись. Да, разлетелись они очень быстро. А вот вторая закусочка. Здесь вот, да, так красиво. Да, красивенько. Вот. Рулетики, закусочка такая вот у них. Еще. Ну, вам хватит. Ну, пицца еще пицца будет, да. Да, мамусик пойдет отдыхать твоя, да? Да, мама занята. Пришли, мои хорошие. Смотри. Я тебя люблю. И я тебя люблю, мой хороший. Смотри, какую красоту папа маме подарил. Ой, тут еще новогодний шарик. Тоже обрадовалась, конечно. Ты посмотри, спасибо. Это букетик от вас, да, Мина Амир? Что пока? Что говорит пока? Что говорит пока? Я тогда не люблю. Шикарный. Ты что, тебя не любишь? Пока, мать, здесь. Пока, Маша, да? Сидят, кушают тортик. Фарух, Кристинку повез? Куда? Клуб повез он. Они там 7 часов встречаются в клубе. Вот. Сегодня это было... физкультурную форму. Забыли положить? Да. Точно. А сегодня у нас физкультура. И что тебе сделали замечание? На что? А что сказали? Сегодня Дашу подругали за то, что матное слово сказала. Да ты что? Конечно, некрасиво матные слова говорить. Мы не будем. Можно Давидику? Чуть-чуть давай. Вот такую. Угу. Давай пустышку. Хлебушек. Давид. Можно облизываться. Давид, смотри сюда. Ням. Давид, вкусно? Ням. Вкусно? Свиньямчик. Дам ему карамельку. На каникулы-то забирали всю одежду из садика? Форму забрали, все забрали, отнести забыли. Вот это. Угу. А вот это. Это тоже вкусный. Это тоже вкусное. Тортик, вот, который покупали, очень вкусненький. Да, Давиду понравилось. Подожди, сейчас как он
облизываться. Давид, смотри сюда. Пока ему много не давай, ладно. Вкусно. Блаженство. А математика сегодня была в садике? Нет. Вчера была? У нас по четвергам рисование. Сегодня четверг. Сегодня рисование было у вас? Еще говорить давай. Давай ему. Пальчик тянет. Сейчас, Давида, подождите. Я вот это попробую. Колядку. Ай! Палец укусил! Нет, говорит, не укусил. Ему вот это понравилось, да, коричневое, вот это вот. Вот это? Угу. Ну, побольше дай ему. Побольше дам. И ты дашь? Молодец. Да. Давид, смотри, тебе тоже братик даст, Тамирчик. Ух ты, обжорка. Он думает, чего они так дядька с сестёнкой? Вкусно? Тебе дали. Я хороший, Настя. Хороший, да. Вы оба у всех хорошие. Пока. Что? Пока. Проиграл. На, попикай. Да, сейчас пойдем в комнату играть, да? Давайте доедайте тортик, пойдемте в комнату играть. Ой. Мы завтра доедим. Но не хочешь, да, больше наелись? Да. Мы завтра уже все съедим. А, да, там еще осталось на два кусочка тортика. Завтра доедите. Давид, не приставай. Сейчас упадешь. Давай меня. Ты смотри, что делаешь. Мне не больно. Не пристает он к тебе. Давид, пойдем. А то сейчас Самирчик-то... С Амиром шутки плохи. Да, Амир. Он сдачу сдаст, да, не сдаст. Сильный. Ты догонял мне больше играть? Идем. О-о. Чумазики. Бежишь? Сейчас догоню. Вот здесь. Винечка, кушайте, кушайте. Ух ты. Вкуснятина. Догоню. Догоню Давида. Давай. Это девочка, только я ее не помню, как ее называют. Уэнсдей, ну вот. Но я угадала. Уэнсдей. Да. Но я почти угадала. Давай. Сейчас я дверь закрою, чтобы Давид не ходил туда в комнату. Подожди. Подожди, Давид. Давай еще. Так, какая-то птица, что ли? Угу. Ворона? Нет. Голубь? Да. Так, теперь я загадываю. Или ты снова? Давай ты еще. Давай. Собака? Нет. Кошка. Кошка? Смотри, так что делаешь. А ты мне не должна подсказывать. Я должна угадать до тех пор. Давай дальше. Пристает, да, да и себе. Не толкай его. Сейчас Давидов. С ума сходит. Иди, иди подтяну тебе штаны. Штанишки. Давид, иди поправлю тебе штаны. У него сейчас я ему поправлю штанишки. Поправили штанишки. О-о. Давай. О-о. Давай. Отгадываем дальше. Спасибо тебе. Большое спасибо. Я не знал, что мне делать. Лягушка? Нет. Если бы не ты, она бы испортилась. Даже страшно было. Давид, иди сюда. Давид, не мешай. Больно. Заяц? Прыгает за тобой, повторяет. Ну, показывай дальше это медвежинье-то. Дай тебе одну подсказку. Боится кота. Боится кота. Крыса, что ли, мышка? Да. А-а-а. О, так прыгает, Давид.
Смотри, смотри, что снится. Давай, давай, загадывай еще. Давай ты будешь загадывать, я буду отгадывать. Ой, 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 Давид прыгает, смотри. Так. Вот это точно лягушка. Да. Так, давай еще дальше. Ой, она как прыгает. Теперь может быть повторяться. Давай. Давид куда полез? Давид. Так. Что, опять лягушка, что ли? Нет. Зеленая уже. Ты крыса, что ли? Кот. О, а уже кот. Кот же прыгает. Угу. Давид, слезай с кровати. Кот же, смотри. Ну да, подпрыгивает, он же все равно запрыгивает на кровать, запрыгивает на дерево. Там везде лазит по шкафам, например. Да. Давида куда полез? Вот еще маленький. Готовы отгадать. Да вот еще котенок маленький. Прыгучий. Кенгуру, что ли? Кто? Нет. Прыгучий. Заяц. А, точно. Сейчас я ему достану. Загадывай дальше. А кто еще у нас прыгает? Мы уже всех хоть перечислили. Я цифру 4 нарисовала. Так, цифра. А кто у нас может прыгать-то еще? Петух, что ли? Нет. Я тут умерла животного. Давай. Я уже должна отгадывать, что ли? Да. Так, так. Что у нас за животное такое? Я даже... Ко мне пришла киса. Ой, Авида. Пора спать. Кисы в это время уже спят. Я не сплю. Не спишь? Закрой глаза. Не жмурь, закрой просто. Ты и там нарисовала. И веки нарисовала. Ой, Давид смеется над тобой. Амир у нас до сих пор в комнате смотрит мультик, да, Амир?